Всем привет! Меня зовут Митя Фомин. И вот в таких походных условиях, передвигаясь по ночной и очень пробочной Москве, по пути в город Владимир, клуб-студию, я официально заявляю, что ровно в 00 часов с 21 на 22 марта для всех моих поклонников и для всех тех, кто существует ВКонтакте, я выкладываю свою новую песню, которая называется «Хорошие песни». Друзья, желаю вам прекрасного времяпровождения на этих выходных. Осталось всего чуть-чуть до премьеры. Также 22 числа вы можете услышать о меня утром в гостях у «Русских перцев» на русском радио. В «Крокус Сити Холл» в Москве я покажу эту песню. Мало того, что я ее спою, я ее еще и покажу. И в самое ближайшее время мы начинаем ее знакомить с нашими любимыми радиостанциями. Всем хорошего настроения, хороших песен и веселых танцев.